Доброго утра желаем всем тем, кто к нам присоединился. Оранжевого настроения всем нашим телезрителям. И их кошелькам, Ксюша. Ой, вот что правда, то правда. Продолжим говорить на школьную тему с родителями и узнаем, сколько первоуральцы потратили на подготовку к учебному процессу своих детей. Ой, я думаю, немало. Собирали нынче ребенка в школу? Да. Сколько вы потратили в среднем? 30 на двоих. Это больше, чем в прошлом году или примерно одинаково? Ну, одинаково. Одного ребенка где-то около 20 тысяч ушло. Угу. А у вас, минимум. У вас сколько ребят? Двое. Готовы? Да. К труду и обороне? Да, первоклассница. Ой, классно. У меня тоже, кстати, первоклассница. У нас просто с того года еще очень много одежды оставалось, поэтому не так много. Ну, в среднем примерно сумма. В среднем. Но больше десятки точно все будут тратить. Подскажите, пожалуйста, сколько в среднем вы потратили на сборы ребенка в школу? Ну, на одного около, 30, наверное, тысяч. Какой класс? Пятый. Вы пошли? Пятый? Угу. Как у вас настроен на будущий учебный год? Ну, позитивный. У нас ушло на форму где-то 6 тысяч, а на ранец у нас ушло где-то 3 тысячи, получается. И классные нужды, в районе 10-12. Вот, собрать школьников в школу. В районе 10 тысяч ушло. Где-то 1015. А какой класс? 7. Как настроен на будущий учебный год? Позитивно, хорошо. Пожелания родителям. Главное, сил, терпения, спокойствия. На форму 8 тысяч у нас ушло. И так примерно, может, 1006. На канцелярию, я имею в виду. На двоих около 40 тысяч. Угу. Это вместе с канцелярией, обувью и со всем остальным. Так, а в каком классе у вас, ребята? Первоклассник и десятиклассник. Да. Как настроен на будущий год? Отлично. Позитивно. Пожелания родителям? Всем терпения, успехов в учебе и новых открытий, новых знаний. Не менее 30 тысяч. Не менее 30, да. Да, на одного. А двое, трое? Двое учеников, так. И один в садике, и один большой уже. Нынче подготовка к школе примерно на какую сумму вышла? 1050, наверное, не меньше. Родителям, наверное, терпение в первую очередь. Угу. Чтобы детки учились на отлично, слушались учителя. Как настрой на будущий год в Черноморске? Вообще позитивный. Ребенку нравится первый день в школе, хорошо прошел.